назначением. На ней целая письменность вырисована. Просто можно было сказать, да. Какого он рода там. Правильно, заготавливаю. Да, удобнее. Дерево, получается, правильно. Просто деревянная палка? Для обучения? Это... А, деревчонки. Ага, вот что значит, в детстве не тренировался ничем. Просто носит, просто не поднимает. Статус. А, я понял. У меня тоже, у меня на плёстке было все расписано. Весь твой паспорт. С какого села, сколько, какого рода, да, там. Кто отец, мать. То же самое на Гайка обрядовала. Они правят казаков. Все казаки, которые там заработали, они их правят. Привязываться к столбу, пожалуйста. Если не потерялся знания, значит снимаем. Бьют этой палкой? Нагайкой. Андрюха, остановись, ты наказан. Нет. Нет, это не его. Так же самое все праздники ритуальные. Свадьбы, да, тоже нагайка там. А на свадьбе что нагайка? Ну там целый обряд, когда используется нагайка. Во-первых, ну, жених идет. Нагайка, да, работает, там через нагайки проходит. Ну, это просто как обряд, обрядовая. Хорошо, вот эта обрядовая вещь, она же для какой-то цели. То есть не просто так вот на свадьбе машут ну, этими нагайками. Ты только что показывал, блин. А. Вот, вот, вот он. Это? Да. Только держи нагайку в натяжении. Не пускай ее вот так. Пускай немножко сбоку. Сбоку выводи. Вот, уже лучше. О. Да. Ну и ликовальный используется. Это нагаечный массаж делает. Да, целый раз. А, ну и боевые здесь. Да, там. Это оружие. Такая универсальная штука. Если там, допустим. Уметь ее работать, да, она такая. Ну, и сейчас, допустим, если что-то приобретать, там казак, то я советую начать с нагайки. Во-первых, она качественная, во-вторых, это настоящая. Не отвлекайте. Камеру. Во-вторых, давай, Дима, во-вторых, это настоящий предмет. Вот это не какая-то бутафория, что с шашками сейчас происходит. Ну да, если шашка можно пойдет. Я видела, что обучают сначала деревянных. Не знаю. А у вас сразу боевые? Ну у нас сразу, да. После нагайки. Если что, без ушей, ну такое. Не, ну после нагайки уже можно и боевое брать. Одевается шапка. Уже на месте. Фольга? Да. Нет, ну именно кубанка. Вот у меня кубанка. У меня был... вот это красная штучка? Да. У меня был когда-то случай, я в квартире, ну то, что лампочки поперебивал, то понятно, это не надо говорить, да? Один подплёст, лампочки нет. Я... В доме люстры поменялись, да. Наконец. Я шашкой с размаху себе вот так вот побоялся в люстру ударить и взял ниже, и как раз себе вот так вот не распорол. Тебе что, распорол? Для того, чтобы свое тело в пространстве расположить и разобраться для себя. Также мы используем веер, когда он используется. Когда вы, скажем, использовался пластунами, тогда, когда вас где-то прижали, где вы не можете использовать дистанционную работу. Нагайка – это дистанционная работа. Это выхлест в лицо, это большая динамика. Тогда используется веер. Веер – это такая подушечка, лопушка. И вот если у Гришани нож или что-то, попадание. Болезненное, поверьте. Болезненное такое. Мы не будем. Ну, то есть да, я буду как бы ножом подпитом. Да, просто понимаете, да, что не будет никаких сказок, как многие скажут, там вот я на гайке. Когда человек ножом реально будет вас бить, уходи там, да. Я там махаю, человек просто закрывается, упирается, нагайка повисает и начинается. Вот, чтобы такого не было, верная работа. Это попадание, оно очень болезненное. Там бросаешь нож сразу. Уже просто. В бай. Верная работа закрывает полностью все пространство. Отсюда. Ну, да, так не ничего, это там будет махать. Также мы используем наматывание. Это плясовой элемент. Это когда вот человек бьет обратно, говорит, мы. То же самое ножом. Да. То же самое мы используем хлёсты, как
более... Хорошо, это все отработанные техники, а вот что-то помягче. Что-то помягче. Еще используется для массажа, я же говорю. Для массажа. Так значит, что-то помягче есть. Есть такие помягче. Не, ну да. Так что, уже покажешь? Ну, нужно что-то спилить. Да я и так лягу, покажи мне просто сам. Да он, наверное, хватит палатку.